Ну что, летим на корабле пророка Комстока, чтоб хорошенько ему врезать. Но прежде чем мы до него дойдем, нам еще кучу предстоит врагов перемочить. И вот я хотел для этого момента, который сейчас будет оружие, но, к сожалению, в прошлом видео, да, оно исчезло почему-то, блин, я его так и не мог найти. Придется как-то по-другому действовать, ну, я думаю, я справлюсь. Собственно. Are you afraid of God? Во, это в начале игры было. I'm afraid of you. Эта фраза в начале игры была. Вот они летят. О, в атаку, сука! Я тогда буду с крюков спрыгивать на них. It's Comstock's men. They're coming out to meet us. Вон они. Во, я прям на них буду. Блять, не то. Я не то оружие взял. То есть не то сделал. Я хотел спрыгнуть на него. Во, вот так. Видите, мне говорят, что я должен на свой корабль вернуться. Я тут еще не закончил. Так, ждем следующих. Но это первые были. Вон еще одни. Блин, я не ожидал, что тут эти пушки будут. То есть я совсем не помнил об этом. Видите, их можно из этого гранатомета завалить. Видите, они не такие уж и сильные. Не такие уж и сильные. Я не то опять сделал. Бля. Так, а где ракетометчик? Она мне прям кинула с другого корабля. А где ракетометчик? Не знаю, вернемся пока на наш корабль. А я его вроде замочил уже, он прям был передо мной, и я... Это самое, забыл. А как к ним? Во. Опять не то включил. Я хочу вот так вот и прям на них. А видите, почему-то мне не всегда дают на крюк зацепиться. То есть, блин, я упал. То есть вместо того, чтобы спрыгнуть на них, я прыгаю просто на пол. Я слышу, где-то он тусуется. Слышите, он говорит что-то. А, вот он! Вот опять не то нажал. Ну ладно, хуй с ним. Я хотел с крюка прыгнуть. Корабль падает, видите.
Они ко мне на корабль забрались. Опять мне не дают спрыгнуть почему-то. Не знаю почему. Ну вот, меня убили. Мне не дают на них спрыгнуть. Если бы я спрыгнул, я бы их убил. А мне не дают почему-то. Они прям передо мной стоят, и я все равно не могу. Вот видите, не могу. Не знаю почему. Странно как-то. Теперь даже обычно спрыгнуть не даю. А, я уже внизу. Блин. Ведь я хотел делать этот Skyline Strike на них, а мне почему-то не давали. Блин, карбин. Видели только что передо мной коробка исчезла? Я когда сюда спрыгнул, я тут, короче, стоял. Тут была коробка, которая осталась от врага, и она прям передо мной исчезла. They're covered with those motorized Patriot pods. Well, that must be where they're deployed from. I wouldn't go near those lines while those pods are in place. Comstock is at the top of the ship. Let's head up. Вот, значит, это. Look into West, child. There's something about him that you just can't put your finger on. Soon you'll understand the man I am and the man he isn't. Короче, это самое, что хотел сказать-то, я уже забыл. Опять, короче, будет врагов много. Пусть пушка их мочит. Так, тут снайперка. Да, тут везде вот эти линии. Упс, сам пушка. Видите, только что оружие исчезло прямо передо мной. Я говорю, глюч какой-то игру. Игра глючная, оружие исчезает прямо перед тобой. Бред какой-то, нахуй. Пусть пучка-мучка. Пушка их пусть мочит. Пучка-мочка. Пушка еще не замочила ту турель. Я уже ее давно вызвал, она так и не замочила ее. Видите? Get down!
Вот я не знаю, почему в этой игре не сделали возможность забираться по лестницам. Да, в принципе, потом сюда потом пойдем. Самих лестниц тоже не так много. Значит, снайп эту замочу из этой хуйни. Все. Так, теперь пошли в комнату. Так, вот это один из последних игровых автоматов, которые есть в игре. То есть торговых. Так, что тут еще? Так, сюда потом пойдем тоже. Так, мы пришли оттуда. Теперь давайте вернемся так обратно. Не знаю, кто там меня мочит. Видите, откуда-то оттуда летит, а я его даже не вижу откуда. Какой-то невидимый враг. И чё? Не знаю. Теперь пойдем на ту сторону. Go ahead. All right. Так, пушка готова. Так, теперь с этой стороны посмотрим. Ну, еще автомат. Погоди. Так, вот теперь я сейчас подумаю себя, смотрите, значит. Ну, я не знаю, этим я буду пользоваться, не буду. Волейган. Я редко просто этим пользуюсь. Просто думаю, что-то еще проапгрейдить, потому что на конец игры мне нужно будет побольше. Снайперка, пистолет. Вот. Отлично. Дробовик. Дробовик теперь на максимуме. RPG, пистолет, снайперка, RPG, пистолет. Давайте я, короче, проапгрейжу чего? Волейган. Так. И урон. Все, пока оставим. Так, теперь что тут? Смотрите, тут сколько комнат. Карбин. Опять же, карбин. Много тут комнат, да? Вам не запутаться, где ты был, а где ты не был. Мало ли тут где... Какой секрет? Чтоб не пропустить ничего. Так, теперь здесь что у нас? Так, тут мы уже были. Я, блин, просто запутался в этих комнатах. Так, а как мне к тем чувакам пройти? Там еще пушки у них стоят. Во. Так, мою пушку замочили мне сразу.
круто я его снес. Он бежал и бац, короче, и все. Так, сначала пушку. Так. 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 Это был первый. Тут три таких вот. Сейчас вот корабль был. По-моему, тут будет три таких. Так, тут где-то ваксофон должен быть. Мне еще три штуки осталось найти. Так. Но ваксофон должен быть в какой-то комнате. Так. Пойдем поднимемся наверх. Мне ваксофон надо найти. It's like the only way we're reaching Comstock is over the skylines. Ваксофон и еще надо найти, что посмотреть, потому что я не все нашел. Это странно, потому что я вроде обыскивал все конкретно. Нет, тут видите, нет ничего. Хочу быстренько осмотреть те комнаты еще раз. Может быть, там что-то упустил. И вот заходим сюда. Ну, значит, торговый автомат. Так. Тут соль. С другой стороны. Так, карбин. Так. Опять торговая шама. Так, и все. И мы возвращаемся обратно сюда, получается. А если пройти дальше, то тут раз небольшая комнатка, и с другой стороны такая же, но они пустые, в них ничего нету. А вот еще. Значит, ну тут мы были, и вот такая же комнатка, может быть, с другой стороны где-то есть. Да, вот я говорю, три корабля еще нужно. Так. Вот, вот тут я еще не был. Так. Тут одни карбины. Смотрите, сколько карбинов. Но я уже получил ачивмент за карбин. Так что мне не... Его можно и не использовать больше. Нет, тут все, тут пусто. Тут кроме карбина ничего нет. Я просто надеялся, что какой-нибудь ваксофон будет или что-нибудь еще. Нет, тут нету. Просто так специально конкретно все осматриваю. Я надеюсь все собрать, все найти. Но получается, что я не все найду. Еще два ваксофона вроде осталось и три штуки, где можно посмотреть фильм там какой-нибудь. Или через бинокль посмотреть. Через телескоп, то есть. Не знаю, блин. Ладно, идем тогда.
Телескопов тут никаких нету. Тут на корабле они и не должны, по идее, быть. По логике-то даже. Нужно эту кнопку нажать. О. I have seen the seeds of fire that will prepare the Sodom below for the coming of them. But it will not be I who carries that banner. That job falls to you, Elizabeth. Хоть пиздить свою хуйню, поехали. That job falls to you. Он реально, во, всё сохранение. Видите, я тут долго все обыскивал, но в итоге я так и не нашел ничего. Блин, надеюсь, не пропустил. Надеюсь, тут на самом деле ничего нет. Потому что если пропустил, то было бы хреново.